Беспечный ездок. Сегодня на окраине Саратова в заводском районе мотоциклист столкнулся с маршрутной «Газелью» номер 16. Авария произошла примерно в 10.45 утра рядом с остановкой пассажирского транспорта Новоастраханское шоссе 113В. По словам водителя «Газели», он возит людей 10 лет, но с таким встретился впервые. Он на остановке высаживал пассажира. Вот, тот пассажир вышел, сзади удар сильный. Вот, я смотрю, на мотоциклист уже лежит. Я говорю, включил, выскочил быстрее к нему. Пульс посмотрели, бьется. С бака, с мотоцикла бензин тек. Я мотоцикл поднял, вызвали и скорую, и ГАИ. Явно видно, что мотоциклист не справился с управлением, превысил установленную скорость и ударил маршрутное такси. Ну, говорят, как съездить, говорят, не меньше 100 ехал. По словам очевидцев, мотоциклисту примерно 40 лет. Он ехал без защитного шлема, зато сумкой, в которой по некоторым признакам был алкоголь. Горе-водителя с травмами головы и ноги увезли в первую советскую больницу. В момент столкновения в маршрутке было 5 или 6 человек. За медицинской помощью никто не обращался.